Так. Вам меня видно, нет? Да, хорошо видно. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Так, подождите, слайд быстро. Так. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Я не против, не против, нет, конечно. Рассказывайте, кто вы, откуда, зачем и как? Игнатий Тихонович, я смотрел ваши передачи, вот, ваши записи, мне очень понравилось, вот. Ну, есть вопросы, и вот я один хотя бы вопрос хотел у вас спросить. Вот, давай. Господь наш Христос запрещает брать в руки оружие, так он сам сказал. Вот, а священники благословляют на защиту Отечества. И в разговоре они говорят, ну а как же, будут ваши семьи убивать и уничтожать ваших близких, а вы не пойдете воевать? То есть, вот мне, как вот это правильно оценить, вот это, этот вопрос? Как только кончим говорить, я сброшу вам мой материал полный. И все там сказано, абсолютно все. И вся история, и что Бог говорит, и каноны, и другое. Мы не должны воевать. Взявший меч от меча погибнет, все. Мы должны Бога слушаться, а не человеков. А вот он придет, а он не родился бы Гитлер, если бы мы жили праведно. А Лаис бы не зачал. И все. А как же Сергий Радонежский благословил идти на бой и монахов своих дал? За это он должен быть отлученный, согласно канонов. Если человек принял монашеский там чин, иноческий, и вернулся к воинскому званию, церковь под проклятие подводит. А у нас Сергий Радонежский ссылается на беззаконный поступок его. Он нарушил каноны. Каноны выше человека. И все. Вот об этом очень хорошо. И притом не благословлял, а сказал только, что вернешься живой. Больше ничего не было. Оказывается, все надумано было. Сколько лет говорили, князь Владимир, когда крестили, сказал, кто не будет креститься, тот мне не друг. А рядом стоят воины с мечами. Я говорю, нет. Он сказал, кто не будет креститься, тот мне враг. А враг, значит, голова долой. А сейчас стали говорить. О Константине Великом говорили, равноапостольное. Он до самого смертного часа не принимал крещения. И принял крещение в конце от еретического епископа Евсевия. Теперь-то все раскрывается. А когда говорил, даже слушать не хотели. Но вы их признаете? Да, я признаю, я молюсь. Но мы должны правду любить больше всего. Христос говорит, я есть истина, путь, истина и жизнь. 14.6 Евангелия от Иоанна. Спаси Господи, Игнатий Тихонович. Вот еще можно один вопрос спросить? Можно, не один, а все сколько есть. Вот насчет крещения. Я тоже разговаривал с нашим батюшкой. Он говорил, вот нужно троекратное погружение, как в апостольском 50-м правиле. Вот, троекратное полное погружение, и священник должен в воде быть. Он говорит, ну это же не везде возможно. Вот мы здесь на севере, у нас холодно, в воду-то заходить можно и простыть, например. Ну или воды нету где-то. Так мы поэтому вот так крестим, ну, по возможности, какая есть. Не, без воды, так, ну, не полное погружение. Как к этому относиться? Как к обманщикам, как пираты захватили корабль, я говорю. Там же находятся баптисты, старообрядцы, все крестят полное погружение. А здесь в России, а в Одессе, везде крестят, как попало. Выйдет кисточкой по крапиве или мокнула ладошкой. Обманщики, они должны быть запрещены за это беззаконие. Понятно. Все понятно. Еще один вопрос, да, Тихонович, если позволите. Вот. Отношение к священникам. Ну, у нас, в общем-то, я согласен, что люди все грешные, и, как говорится, священники тоже вот такие же люди, как и мы. Вот. Но, как говорится, мы их все равно почитаем. Мы их, так сказать, ну, как бы, вот, не должны осуждать вообще. Потому что, ну, и вообще осуждать запрещено Господом нашим. То есть, ну, с другой стороны, как говорится, вот, вы критикуете их, и даже называете такими словами серьезными, осуждающими. Вот, но как-то вот, кажется, вот тот же патриарх Кирилл, он, как, какой бы он ни был, он краеугольный камень нашей церкви. Вот и убрать из этот камень, все разрушится, вся наша церковь. Вот у меня такое понятие. Какой краеугольный камень, когда Христос? Что вы глупые слова говорите-то? Иисус краеугольный камень, а люди грешные, беззаконные.
Интересно как. Патриархи еретики были. Арий, пресвитерий еретик. Несторий патриарх. А до конца, пока не открылось, они продолжал рукополагать людей, и все. А они сказали краеугольный. Я сказал не только то, что апостолы сказали. Апостол собрал епископов и говорит, из вас самих восстанут лютые волки, не щадящие стадо. Деяние 20 глава, 22 стих. Не я говорю, это написано в Писании. И весь ответ. Все. Ну вот и нам вот мы вот сами-то по себе, я понимаю, что Господь, Он наш Бог и нас сотворил, и выше никого нет. Но, как говорится, земная эта церковь вот состоит из тех священников и архипастырей, которые, вот если мы их тронем, наша земная церковь таким будет управляться. Ведь Господь через них управляет, или это не так? Не так. И управляется Духом Святым. А их ставит Господь. А из них бывают такие, которые даже и Библию ни разу не прочитали. Нарушают каноны. У нас сегодня в церкви действующих канонов православной церкви 719. Из них 413 ежедневно нарушаются. Еще 57%. Нам что, это мимо? Слово Божие говорит. Евангелие от Иоанна 12:48. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. Для меня эти слова роковыми были. Я понял, все авторитеты рухнули. На суде Божьем вы не будете ни патриарха, никого видеть. Их на цепи, икона показана, тащит в ад первыми сатаны, а мы за ними уже. Игнат Тихонович, я хотел еще спросить вот насчет ваших книг. Вы много книг написали. Я бы, конечно, хотел почитать, но где их купить? Вообще, я даже не знаю, вот, как можно приобрести вашу книгу, почитать ее. В интернете? Напишу вам о войне, о крещении, о книгах, я вам скину. Вы не отходите здесь, я разговариваю, прямо в скайпе. Ага. Ну хорошо. Спаси Господи. Вы где находитесь-то? Ленинградская область. Ленинградская, да? Да. Главное, Ленинградская. Главный город переименовали, а крайне могли переименовать область. Ну вот так, Ленинградская область, у нас город Пикалево такой есть. К нам как-то Путин даже приезжал. Ну, это не важно. Короче, вот мы там здесь находимся. Книги к концу подходят, поэтому тут уже рассуждать не приходится. Потому что всего лишь 1000 экземпляров. А из них 650 были подарены библиотекам. Ну, я, может быть, скачать можно или как-то в интернете почитать. Я данные. Пожелайте скачать или купить. Я вам цены все дам. А, ну хорошо, давайте я тогда, может быть, по почте можно выслать или еще как. По почте высылаем. Мы вот сейчас из Австралии запрашивают, в Америку отправили 2 раза полные комплекты. Хорошо, спаси Господи, Иван Тихонович. Вот я больше-то вопросов пока вот. Эти надо осмыслить. Ну, а дальше уже, когда будет возможность, зайдете. У нас нынче крещение будет 12 июля в озере. Отовсюду приезжают. В прошлом году были из Ливана, из Германии приезжали люди. 12 июля это у нас Петра и Павла праздник апостольский. Апостольский Петра и Павла. Ну, у нас Петропавловский храм рядом находится. И мы поэтому туда, в этот праздник, всегда ходим. Вы ни на кого никогда не ссылайтесь, которые люди с вами, если они идут вопреки Священного Писания. Они крестят, как ни один еретик не крестит. Они не крестят людей. Для крещения нужно 3 условия. Первое, человека научить. Верующий, кто будет веровать и креститься. Мы считаем 16 глава Евангелия от Марка. Веровать и крестить. Люди приходят, веры никакой нету, и крещения нету, крещение, погружение. И третье, бесплатно. Все условия нарушены. Никакого крещения нет. Отсюда люди едут на Афон, а там сразу крестят. Это крещение не ставит ни во что. Воины Яценецки всех крестил заново. Это были обманщики, говорит. Ну, к сожалению, это все печально слышать, конечно, потому что все нарушено, а как же тогда мы спасаться будем? Ой, патриарх Алексей II об этом говорил, чтобы крестить только полное погружение. А дальше добавляет, каких бандитов напринимали в церковь. Бандитами назвал. Хорошо. Я, в общем-то, все вопросы у меня есть. Вы только все скачайте, все прочитайте не на один раз. На этот материал я потратил 40 лет, пока все собрал.
Спасибо, Господи, я очень рад был очень с вами услышать. Как ваше имя переводится? Анатолий. А как переводится на русский язык? Восточный. Правильно. С Богом. Восточный. Божьей помощи вам. Храни, Господи. До свидания.